Я вас всех приветствую, с вами Артур, и мы продолжаем прохождение Мор Утопии, и это уже у нас шестой день наступил, и мы идем разговаривать с Анангел. Тебя, да? Ты знаешь, ты должен указать, а я теперь почти счастлива, мой Даниил. Я догадалась, чем я смогу тебе помочь. Но это пока секрет. У тебя взгляд изменился, Ева, и взгляд странный, как будто ты не в себе. Спирит и переутомил их, должно быть. Что? Да-да-да, только прошу тебя никаких сюрпризов. Когда мне понадобится твоя помощь, я сам тебя попрошу. Даниил. Все в порядке. Так, время 6:27. В театр сейчас успею. Главное не нарваться на бандюков. Бандюки будут, я не знаю, это будет тяжко. В принципе, и деньги зато будут у нас, если бандюки нападут. Вроде пока никто из приближенных не погиб, как я понимаю. И сообщений-то вроде не было. В принципе, нет у нас записей пока что. В этих районах опасно ходить. Не бойтесь, гражданин, я просто сама защитой занимаюсь. Самооборона. Денег у нас вообще, наверное, мало, да? 3000. За инфекции нету. Три не тысячи, а тысячи. А бандюган идет. Блин, у нас еще и патронов нет. Жесть. Я забыл. Да пошел ты нафиг. Фу, повезло, театр открыт. Вот так. Да. Сколько крови пролилось? Что значит пролилось? То есть ты тут ни при чем? Так что ли? Но это же было нужно, чтобы продвинуться дальше. Мы на пути к победе, скажешь нет? Да, теперь мы действительно знаем, что можно сражаться с песочной грязью. Лживые сплетни развенчаны. Это не демон. Это просто рассадник частиц, которые умирают сразу же, если не вгрызутся в горячую кровь. Люди боятся пророчества Катерины. Но люди не обращают внимания на кровавые реки лишь до тех пор, пока сами не становятся их притоками. Кровь – это просто питательная среда. Политые кровью заделы дают богатые всходы. Интересно. Ясно. Ты, как обычно, не будешь говорить? Остановить болезнь вряд ли. Да, ясно. Так, до конца осталось меньше 7 дней. Завтра в городе прибудет правительство и посланец. Да уж, день шестой, в котором бакалавры предложат на выбор несколько возможных источников заражения. Интересно. Интересненько. Так, время у нас быстро идет. Даже не знаю, ждать сообщения сейчас долго придется. Что у тебя появилось? Новокаин. Морфин 5000, ё-моё. Не удивлен. Да блин, в полный цены ты чё офигел?
Шатные состояния. В принципе, продать-то нечего. Ну и будем ждать сообщения. Получается так. Не знаю, может тогда к Альгимским зайти. Его праву. Хотя, не думаю, что это лучший вариант. Лучше пойдем к Альгимским. Но знаем, что к чему сегодня. Еще и район заражен у них. Думал, тела на улице уже лежат. Нифига себе. Зараженный район, блин. Что-то, ребята, у вас есть? О, да. Одна пуля. Хоть что-то. Так вот, пришло сообщение. Сейчас перезаряжусь. Так, пришло нам сообщение. Записка Виктора. Баклавр, у нас плохие новости. В соборе случилось большое несчастье. Больше 1000 жертв. Городу грозит новая охота на ведьм. Жду вас у себя как можно скорее, Виктор. О, все, бежим. У Виктора какие-то проблемы. Нам надо поесть. Это ж тела лежат, что ли, уже. Получается. И гранаты кидают. Что за фигня происходит в городе? Лютый беспредел. Вот жесть. Давайте лучше так не пойдем, я что-то боюсь заразиться. Что и так порошок приняла, его эффекты теперь профукивать, так скажем, неохота, слишком дорогая цена. Как обычно, дождь всегда вроде утром идет, да? Уже 7 утра. В соборе беда. На улице заражены уже. Бандюги с гранатами бегут. Это самое приятное время для посещения религиозных мест. Но что поделаешь. Сама погода мне говорит, не ходи туда. Не ходи, а мне придется туда идти. Это вот когда, помню, один раз несколько раз вроде такое было. Едешь на кладбище и начинает идти дождь. Погода сама отталкивает от таких мест. Ничего не имею, конечно, против мест массового захоронения. Имеется в виду, как кладбища такие вот. Просто неприятно мне находиться в таких местах. Земле и так много костей. Мертвецы чуть ли не под каждым квадратным метром находятся земли. А тут еще и на кладбище ходить. Так, ладно, Виктор, что у вас? Значит, вчера вам удалось выловить эту заразу. Я так слышал, по крайней мере. По городу уходят какие-то страшные слухи о заживо препарированных людях. Но я, разумеется, не верю. Гораздо опаснее оказались слухи о том, что получили образец зараженной крови. Именно так бактерия выловлена и заключена в стекло. Впрочем, сделал это не один, мне помогли. Важнее другое. Говорят, что теперь вы опытным путем пытаетесь вычислить оборотня-разносчика, сравнив кровь с тем образцом, который вам удалось получить вчера. Если это действительно кто-то из горожан, узнать его будет нетрудно.
И это верно. Начинается новая охота на ведьм. Мало того, что на улицах убивают женщин, тупоумные негодяи, но кажется, на этот раз у коменданта руки добрались до самых известных особ нашего города. Нескольким девушкам уже предъявлены обвинения по итогам истории о соборе. Что случилось в соборе? В соборе этой ночью проник разносчик. Все, кто там был, погибли. Да-да, именно ваш герметичный изолятор. Дух, или это или человек, но теперь уже очевидно, что это ходячая персона, и скорее всего персона весьма злоумышленная. Многим пришлась по душе эта уверенность. Почему? Завтра сюда приедет инквизитор. Мне кажется, кто-то хочет покончить с несколькими девушками до его приезда. Сейчас карающий меч висит над Юлией и Ларой. Они арестованы Сабуровым. Ну и Влад Альгимский тоже не дремлет. Если девушки доживут до завтра, инквизитор установит истину, но кому-то хочется его опередить. А при чем тут Альгимский? Альгимский утверждает, что могут доказать их невиновность. Вероятно, им известны истинные преступники. Почему-то я в этом не сомневаюсь. Сказано было, что его прячут термитники. Ясно, поговорю с Альгимским. Больше ничего, Влад. Возможно, он хоть прячет в городе, сможет нести невозможно. Чтобы быть в таких обстановке. Так, все ясно. Писем больше нет, зато задача одна у нас ясна. Так, мы изломим бактерию, теперь мы знаем, как выглядит кровь человека, с которым живет и плодится песочная грязь. Под этим предлогом правители решили возобновить охоту на ведьм. Теперь людоедка приняла облик разносчика, зараза. Непременно нужно поговорить об этом с Сабуровым. Че, из Сабурова идти надо? Нифига. Ты офигели. Ладно бы там с Виктором поговорить, там потом с Георгием, а тут еще и к Александру передолить, да и к Владу. Ох, придется в термитник идти, да? Патрон нужно искать быстро. Утренняя записка Альгимского. Артемий Бурах, с которым у меня сложились доверчивые отношения, объявил, что вы владеете ключом к разгадке тайны Шабнака. Полагаю, портрет убийцы Симона можно считать завершенным. По такому поводу, доктор, прошу вас помочь мне с одним деликатным делом. Это поможет избежать невинных жертв. С уважением, Влад Альгимский. Да вы, блин, офонарили, а? Какой Влад из этих? Ну, скорее всего, старший, который. Младший бы так не писал. Писал, это я, младший Влад, там, сын Альгимского Влада, там, старшего. Прошу там подойти ко мне, и так далее, вот, в таком тоне. Тут прям ох. Знаете, у меня дело есть деликатненькое. Помогите-ка решить. Я, блин, что, палочка-выручалочка местная? Музыка в игре довольно классная. Так, вот и насчет этого хотел сразу сказать, если у нас не получится, допустим, мне кажется, получится до того, как меня в армию заберут, доснять уже концовку за бакалавра. Господи, гребаная крыса. Концовку за бакалавра уже добить. И вот думаю, если вы, допустим, хотите, зрители, увидеть уже продолжение всего этого дела, ну, за гору спика и самозванку, то это уже, скорее всего, уже после армии я смогу все это продолжать, так что не обижайтесь. Такое вот дело. А кто же посмел разорить? Бакалавр, вы знаете, что случилось в соборе? Скоты, я задушил бы их, будь я в силе. Что случилось в соборе? Да, Сабуров утверждает, что это может быть либо Лара, либо Юлия. Я уверен, что они невиновны. Виновата Анна Ангел или преступная укрытие. Так,
укрывательница по прозвищу Аспина. Вам, конечно, знакомы этих женщины. Не верю. А у вас теперь есть неоспоримая улика и экземпляр зараженной крови. Вот и сверяйте. Какие основания подозревать именно их? Они пришлые. Они желают нам зла. Проверю, но это глупо. Скоты. Что там сделали? Так, утренняя записка Каспеллы. Мой отец сегодня будет искать с вами встречи. Зайдите ко мне прежде, чем к нему. Я должна вас предостеречь. Уже пролито достаточно крови. Сегодня хотят пролить еще. Вдруг среди приговоренных окажется кто-то, кто вам дорог, Виктория. Извини, Виктория, но я успел. Сказали, разносчик камень в собор. Все, кто там был, погибли. А вы знаете, что поджигатели собираются напасть на термитник? Зачем? Они выжигают заразу, думают, что заражение ползет из термитника. Про термитник теперь ходят самые ужасные слухи. А отец не хочет и пальца ударить. Наверное, поджог термитника будет ему выгоден. Не говорите так. Ах, мне так хочется верить, что мой отец никак не причастен к этому ужасному замыслу. Откуда вы об этом знаете? Брат узнал каким-то образом. Вот ему кажется не все равно. Он и сам рвется их остановить, только не знает как. Я с ним поговорю. С младшим, что ли? Ладно, пойдемте к младшему Владу сходим. И... Так они ангелы о спине зайти, да? Мне кажется... Блин, а... Вы издеваетесь, наверное, вот это просто это. Фу, это просто капец. Ну что за фигня? Ну ёперный бабай, ну зачем так же делать, а? Надо искать порошок. Да иди ты нафиг, зараза, гребаная. Да уйди, говорю. Ошибись. Ну, ребята, сделайте что-нибудь. Вот эту хрень не пускает. Ну, ёперный бабай. Ну, что за нафиг? Тварь ползучая везде. Меня находит, блин. Сейчас через этот мост идти. Блин, хоть бы детишек найти, а вот у них порошочки взять, ну просто это реально уже жесть какая-то. Определение Марии Кайна. Я должна тебя предостеречь. Сегодня комендант поставит точку в одной отвратительной интриге. Тебе они предназначают роль судьи-вешателя. Не позволяй им этого. Будь настороже. Жертвы соблазнительные. Могут быть неприятные сюрпризы. Но я уверена, что они ни при чем. Подробности при встрече. Хорошо, Мария. Блин, прям ко всем надо зайти. Да. Мне кажется, в этом бардаке сейчас легче зайти... Давайте лучше сейчас сразу зайдем к Сабурову, потом с Владом поговорим. Хотя нет, уже мы ближе стали. Давайте быстренько сейчас с Владом перетерем. Влад что скажет, свои мысли вслух, так скажем, воздаст. Послушай, что он скажет на этот счет, насчет поджога. Зашибись, уже на мосту, да, эта фигня стоит. Просто полгорода уже заражение, просто везде эти облака гребаные, самое ублюдское просто, что можно быть. Ребятам гранаты, можно у вас патроны взять? Блин, вам же нечего поменяться.
всякая нечисть летает еще вдобавок. Ужас, просто это капец, это реально выживалка, это, я не знаю, это вообще кошмар. Тут гребаное облако везде. Только съел порошок, опять заболел. Ну, я не знаю, это вообще ужас. Зашибись просто. Я ненавижу эти облака. Это самое ублюдское, что можно было создать в этом мире. Но я не знаю, просто это вообще кошмар. Иммунники надо жрать, чтобы у нас иммунитет был больше. Чтобы мы прям, не знаю, меньше тратили здоровье, скажем так. Так, ну давай, Влад, жарь. Однако дело нужно закончить. Истребители планируют штурм термитника. Остановить их. Каким образом? Сам штурм остановить уже невозможно. Доносчики, которые сообщили это моему, мне, что в 10 часов Горбун Вар и еще несколько человек подберутся ближе, чтобы разведать обстановку и узнать, как можно открыть забаррикадированный вход. Вашему отцу вы хотите сказать? Хотели сказать? Нет, одному моему партнеру. А вот мне почему-то кажется, что вы имели в виду своего отца. Осведомители донесли ему о подготовке штурма, и он согласился закрыть на это глаза, так? Да, но вам об этом знать не нужно. Почему ваш отец не хочет взять это в свои руки? Достаточно вопросов. Я ведь уже говорил, как бы ни вел себя мой отец, я не буду осуждать его решение. У него и без того много забот. В частности, он обеспокоен тем, что должен занимать сейчас вас. Поисками разносчика расспросите его сами, если вам интересно, что он думает о предстоящей атаке. Так что вы хотите от меня? Они соберутся у входа в термитник с наступлением темноты. Нужно остановить Горбуна, когда он подберется к коридору. Думаю, имеет смысл подкараулить его прямо там. Я все это время искал смельчака, который согласится бы сделать это за крупное вознаграждение. Вознаграждение от вашего отца? Нет, от меня лично 10 тысяч. Ладно, я с ним поговорю. Хотят сжечь термитник. Истребители, ведомые отчаяние Горбуном, готовятся сжечь зараженный термитник. Нападение начнется вечером. Под покровом темноты младший Влад хочет им помешать, однако глаза прячет и что-то скрывает. Нужно поговорить со старшим Альгимским. Все ясно. Так, ну давайте, предлагаю тогда сейчас пойти прямо, так скажем, к Марии. Мария, может, нам что разъяснит, да как? Она же у нас более-менее предвестник всего этого дела, а не то, что жена там Сабурова, потому что жена Сабурова больное, воспаленное сознание, не знаю даже как. Александр, может, человек и не глупый, но жену свою слушает, конечно, вообще. Обкурилась какой-то там тверин травы, да и фигарит тут всякие предсказания налево да направо. Что ж к Марии зайти? Она хотя бы никого не покрывает. А говорит-ка так, как есть. Опять я этой язвой заболел. Ну вообще зашибись. Я так понимаю, от этих порошков вообще смысла тогда нету, да, их принимать. Максимум облегчить страдания, да, какой ценой. Пацан, наверное, у него есть лекарство. Это мне пригодится. Пацан, остановись. Мне нужны лекарства или еще что-нибудь. О, класс. Ты чего, у тебя манимецин, антибиотики, бьющий микробы в организме, выдавляет их рост, но не убивает опасных микробов, но резко снижает темп размножения, что особенно важно для данного типа инфекции. Я бы, конечно, взял, но, блин, что-то слишком сильный эффект. У меня тех синих таблеток хватает, от них так плющит нехило.
музыка прям вообще дикая. Вот так вот сделаем, наверное, микрофон. Я не знаю, меня так должно быть лучше слышно, а лучше. Вот так вот, наверное, будет даже. Так, ну что у нас тут имеется? Мария, вы где? Забываю постоянно, вы же здесь. Спасенные тобой будут свидетельствовать. Завтра все изменится. Что-то тебя тревожит. Я чувствую мощный всплеск жизненной силы. Как странно, я думал ощутить это в первый день, когда умер Симон, но все случилось. Только теперь пора начинать. О чем ты говоришь? Так о своем. Интересно угадывать. Как неожиданно, как странно и как точно сбываются все предвестия, предчувствия и предсказания. Пора мне приступить к осуществлению моего призвания. Кажется, мое время пришло, бакалавр Даньковский. Что ты хочешь делать? О, я еще не знаю, скоро все станет ясно. А пока я хочу побыть одна, я буду спать, хочу увидеть мать и Симона во сне. Задать им вопрос. Спи. Мне все время кажется. И что, все это типа... Все, что насчет чего-то не помогло? Как-то скудно как-то было. Да уж. Сейчас опять через эти зараженные топи идти придется. Куда я не хочу точно идти, это в собор, потому что там вообще ужас. Говорят, где-то 1000 погибших, да? Классно. И сколько там было написано. Ладно, не суть. Провиант нам опять уже есть охота. Ну, дела, конечно. Да и кроме мяса ничего нет. Надо будет что-нибудь найти. Кстати, Горбуну нужно зайти надо к этому. Сказать, мол, твоя дочка почила. Ничего не появилось новенькое покушать. Если нет, то плохо. И, походу, вещи не обновляются, я так понимаю. И где он обитает, то у нас опять в комнате ходит. Его еще к тому же и нет дома. Класс. Просто зашибись. Зря заходил, так сказать. Нету в этом смысла. Смысла нет. Потому что я заходил, в принципе. Так, ну, сколько у нас еще, наверное... Минут 25 еще будем записывать где-то. 35 вот так вот. Ну, чтобы часок был, точно. И уже будем заканчивать. Опять, блин, зашибись серия. Заразился тут все на свете, блин. Собрал все болячки. О, девчушка. Порошок будет, вообще будет классно просто. Просто все обменяю на порошок. Блин, пули есть хотя бы, круто уже. За пулю. Справедливо. Вот через этот мост пойдем. Да. Забыл, у нас же тут этот. Перепрыгнуть-то нельзя, это ж капец. Пс, круто. Еще здоровья лишился. Удивительно просто. Удивительно, изумительно. Слишком много заборов там, где не нужно.
Вставай, что у тебя... Нет, мне не нужны эти лекарства. Опять к Альгимскому идти, да? За ухо ему чесать. Ревель там не нужна здесь. Юлия тоже не нужна. О, мальчуган. Э, блин. Они почуются вместе. Где вода есть? Пацан, не уходи, ты мне нужен. Стой, стой, говорю тебе. Блин, ну это, конечно, опять битва была. Опять кого-то в спину зарезал. Что у тебя есть? Кухар. Торговец. Нифига, сколько ты просишь, это же офигеть, ё-моё. Ну и цены, ну и цены, друже. Ты вообще фонарил, походу, я смотрю. Это просто капец, это не цены, это ужас. Просто уже вообще кошмар. Так, ладно, пойдем, наверное. Не в ту сторону же идем. У него уже и бандюган напал. С них деньги собрал. 4000 есть. Ну с такие деньги покупать. Вы чё, рыбу? С ума сошли уже. Сумасшедший, поехавший народ. Так, нам тоже девчонка идет, скорее всего. Может, у нее есть лекарства. Да и пули. Гуляка ходит. Так, так, посмотрим, что у тебя. О, да. Пуля и, в принципе, лекарства я бы обменял. Смысл-то от этого. Тем более с девчонкой. Одному пацана там бритву ему надавал, он уже, счастливый ходит, пугает. Так, гуляк, у тебя бинты есть? Класс. Пятерка, а заодно однин. Нифига ты офигел. Ну ты и жмот. Так. Пойдем так сейчас. Опять тут гранат кидает. Молодцы. Просто ребята молодцы. Блин, гребаная крыса. Ужас, блин. Фу. Давай, ты чуть не договариваешь, так, пузатенький. Значит, вам нужно поймать девчонку, чтобы явиться к инквизитору. Вы знаете, что поджигатели планируют напасть на термитник? Пусть планируют, удачи им желать не буду. Вы не хотите их остановить. Даже если бы у них были катапульты, они бы не смогли причинить вред этим стенам. Термитник может выдержать даже артиллерийский обстрел прямой наводкой. А если они проникнут внутрь? Тогда они горько об этом пожалеют. Помилуйте, доктор. Вы бы лучше искали разносчицу, если бы... Если мы вычислим эту тварь, завтра вы уедете от нас победителем, а инквизитор возьмет в свои цепкие руки заботу о горожанах, в том числе и о тех, кто выживет в термитнике. Значит, вы не собираетесь ничего предпринимать. Пальца палец не ударю, а что я могу предпринять? Все мои услуги, наемники и домочадцы, у которых есть еще оставалось смелости и силы, чтобы заниматься делами подобного рода, частично они пополнили ряды покойников, частично ряды грабителей. Грабители — это новость. Да не только мои. Каинские молодцы сколотили свою шайку, грабят мародеров. Многие схватили за ножи от отчаяния, они уже дерутся друг с другом. Ну ладно.
Что за семейство? Кто из них кого покрывает? Младший ведет себя так, будто ему стыдно, а старший без особого успеха делает вид, что знать ничего не знает. Видно, придется мне самому убивать горбуна. На кладбище, что ли, идти? Ясно. И еще бы он темнит, он язык в жопу засунул, скажем так, грубо. Зашибись, блин. Блюдские тучи меня, они так раздражают. Там тоже, что ли, инфекция? Да вы издеваетесь. Тут хотя бы чисто. Это пиздец. Чё, только не видел такого. Это вообще, это уже ново. Интересно, иголочку взять, бритву. Класс. И там еще заражение. Ну круто, просто везде эти чумные ходят. Чумники и крысы. Блин, ну насчет ангела я точно не знаю. Но она вряд ли. Да. Так как, скорее бы исчезнуть отсюда. Анна, тебя обвиняют в том, что случилось в соборе. Это не я. Это все Клара, она и есть. Даже Соборовы это признали. Она в ужасе. Так, они в ужасе так мне сказали. Они разрывают между... Так, разрывают между чувством и долгом. Катерина разорвала на себе одежду, волосы распустила, напугая, валялась у мужика в ногах, умоляя оставить ей дочь. Клара? Почему Клара? Потому что не далее, как... Так, не далее, как вчера днем она хватилась тем, что знает тайный ход в собор и даже говорила, что собирается туда проникнуть. Найди ее, это она. Почему всегда, как только в городе происходит какой-нибудь ужас, если кто-нибудь обвинит меня? Нужна твоя кровь. Моя кровь — это еще за новость. Или она как-то особенно то, что ей нужно уделять такое пристальное внимание. Я жду. Вот, пожалуйста, возьми. Мне ничего бояться, только вот вида крови боюсь атак. Ай, зачем же так больно? Что ты набираешь так много? Я ведь сейчас потеряю сознание. Ты, видно, так убить меня хочешь, палач. Да ведь я же не виновата. Скрытие покажет, виноват ты или нет, что я сейчас пальцем. Так, выжил из Анны каплю крови. Нужно немедленно проверить ее под микроскопом. Давайте к Аспине тогда зайду и прозекторской руби на эту кровь проверю. Район очистился, мол, да? Бедюган, он ходит уже. Еще и крысу замочили. Поджигатели красавчики просто. Эх, что за бред? Да вы меня бесите, ну как так можно-то? Гребаные тучи эти, а? Еще писявая вещь. Так, ладно, что ты там знаешь, Сашка у нас Сабуров. Завтра инквизитор. Вы знаете о том, что случилось в соборе, да?
Печально, но по крайней мере это облегчит нам задачу. Слухи о людоедке оказались правдой. Если мы вылым ее, дело пойдет на лад. Не хочется верить, что это действительно Лара или Юлия. Однако улики слишком очевидны, чтобы оставить их на свободе. Вы приказали оставить Лару и Юлию? Собираюсь, если не будет установлен, кто из них, все отправятся в казематы, ждать прихода инквизитора. Основание. Самое верное, в соборе нашли их вещи, Лару даже опознали те немногие, кто еще мог верить, упоминали ее имя. Это мало. Какой же облик не приняла эта людоедка, я ее разоблачу. Неизвестный, который опустошил вчера тюрьму, выкупил убийц и преступников. Это тоже была женщина, она нанесла туда визит дважды. И заболевание в левом крыле тюрьмы вспыхло после первого ее визита. Почему вы думаете, что это была одна из названных девушек? А кто еще мог их выкупить? Кто угодно. Так, страшная история. Да уж, непорядок у нас в городе творится, непорядок. Прикол, очищенные районы и зараженные, ну и все вместе. А все наши ноги, как бы так не убили. Все, ребят, что-то я прям нарвался на этих упырей, зря только. Чуть ли в живых остался. Зря я вообще в эти дома захожу, я, блин, не знаю, неразумно себя веду. Моменты. Жажда наживы берет надо наверх. Это еще Каспи не зайти. Голод не убивает, блин. Анна, я у тебя поваляюсь немножко. Мясо, медикаменты. Поспать до часу. Немножко здоровья есть, иммунитет. Инфекция быстро распространяется, здоровья мало, опять же. Нужно больше лекарств. Тебе что-нибудь можно купить, товарищ? Мне бы что-нибудь сильное прям, знаешь? На ОКН типа того. Давай вот тебя на укаин возьму, получается, за вот эту вот одну хрень, которую я точно употреблять не хочу, потому что мне просто башню сорвет. Так, нет, бутылки оставлю пока при себе. В принципе, что я могу тебе еще предложить? Такие бутылки, в принципе, бритва тебе явно не нужна, цветы тем более. Пару лимонов, да нет, слишком уж мало ты за них даешь, парень. Могу тебе две отмычки дать, которые я спер у воров, так что пш, вот так вот давай поделаем с тобой. Давай, погнал тогда. Опять идти на пули меняться придется. Сейчас надо будет к спине зайти, но перед спиной надо сохраниться, а то, блин, так вспорит живот и все, и пф, помру неизвестным героем. Зря в этот дом полез, реально. Вот просто зачем? Не знаю, просто капец какой-то. Да. В принципе, тут пока чистенько, я не знаю. Нет повода для шумихи. Вроде чистый район пока что. Кто инфекцией не болеет. Точнее, не заражена. Заражения нет, по сути, сейчас здесь. В принципе, можем сейчас пойти и взломать какой-нибудь из этих домов, там что-нибудь понатырить. Опять поджигатели ходят, да? Что
за мудаки с гранатами? Просто ужас. Сейчас возьмет, замочит и дело с концом. В принципе, могу его сейчас попробовать убить. Батл, так сказать, на один удар. Да, слишком близко подошел и помер из-за этого. Да уж. Давай, бакалавр, грузись быстрей. Ну, еще другую кровь собрать надо будет. Как круто. Одна заточка и все. Скакнули, так сказать. Не, без пуль на таких животных не нападешь. Я слишком слаб телом. Вообще ей надо заточить скальпель, а то он какой-то не очень. Да каким боком ты попал, а? В плащ мой, что ли? В плащ попал, все, я умер. Зашибись. Не знаю, что даже делать. Давайте просто его оставим. Пусть идет дальше, нафиг его. Когда мы же винтовку там дадут, или дробовик, я уже просто не могу. Хотя хоть какие-то патроны постоянно с собой таскал. Что-то это спина, тут опять будет нам, да? Голову морочить. Может быть, лучше вы. Я же начала скучать по тебе. Спина тебя обвиняет в том, что ты людоедка, скорее за тобой придут. Что такое шабанак? Это злой дух, который надел на свои кости плоть женщины. Можно узнать шабанака по характеру, к признаку. У него вытянутые руки, все пальцы ног одинаковой длины. А из-под кожи по разному телу, по всему телу ты здесь, что там выступают зубы. Не слабо. А как же? Я всегда рада тебе помочь. Хочешь, помогу тебе поймать чудище, раз ты так уже не справляешься, наделю. Так, наделю. Прочитай прошлое. А люди все гибнут и гибнут и гибнут и гибнут. Помоги. С чего начать? Может быть, осмотр подозреваемых? Да, собираешь в собор. Благо, он теперь пуст. Всех женщин, которые вызывают у тебя беспокойство на выходе, разжигают большой костер. Видишь им раздеться до гола и начинаешь тщательный осмотр. Ищешь острые выступы под кожей, но не находишь. И тогда? Нет, у меня есть более надежный способ посмотреть на твою кровь. Кровь брать не обязательно, ищу зубы. Так я продолжаю. Одна из них рано или поздно не выдержит и с плачем кинется прочь прямо в костер. Тут-то и исчезнет вид ее сущности, тебя подчернеет, заводит пальцы, скрючит. Сразу поймешь, что это не человек. Ну, хватит меня дурить. А ты и так в дураках, доктор. Разве ты не тем занимаешься, о чем я рассказала? Уж лучше бы раздевал девиц догола, увидел бы больше, чем сквозь свои стекла. Проверенный способ. Может быть, тебе ласки не хватает женской, от того ты недобрый. Хватает, все мои действия продиктованы исключительно заботой о тебе. Покажи свою кровь. Шабната. Да, ну и девица. Еще какой-нибудь дюк-бандюк нападет на нас. Так, в принципе, где я нахожусь? Сейчас я нахожусь здесь, да? Мне бы как-нибудь через мосток прийти сразу в прозекторскую. Прозекторской быстренько осмотрю кровь. Ольгинскому доложу, скажу, нет, они не заразные, мол, и вряд ли они являются шабначками, скажем так. И
пули перед горбуном мне нужно будет поискать, да и залечиться нормально. То что это будет за бой такой, где меня один раз нож кинут, и я уже скрюченный замертво упаду. Так, мужик, ты можешь проверить нож мне сколько стоит заточить? 900? В принципе, 900. Тут 2000, да? В принципе, давай за пистолет тебе дам. Его реально надо подлутать. Потом, если что, скальпель принесу. Одному из твоих товарищей. Все на одно лицо, которое... Тихо и спокойно. Сейчас опять пойду там зараженный те облака, блин, летающие гребаные мне писявые бесит, которые. Два уже, да. Уже два. Сейчас надо кровь быстренько проверить. Товарищ, что вам пули нужно? Особо-то... Фух, песня мне, это чума. Самая бесевая чума. Ладно бы она передавалась через трупы, но нет. Она будет летать в воздухе. Еще вот эти вот ребята будут дышать на меня всяким говном. Так, Рубин, ты как тут? Устаешь, наверное, да? Уже глаз скоро не смыкаешь. Скоро нам время проститься, друг. Что же, моя жизнь сегодня подошла к финалу. Как это? А вот так. За свое преступление нужно отвечать. То, что я совершил преступление, и благие намерения не могут его оправдать. Вот моя вакцина. А я иду в Георгию. Это самоубийство. Я поступил так, как должен был поступить. Но прятать глаза от кайных все оставшуюся жизнь не намерен. Возьмите, вот, передаю вам мои сокровища. Мне... Они больше не пригодятся. Давайте вакцину, идите, я замолвлю слово за вас. Вы еще понадобитесь? Да. Да че, мой друг? Кровь о спины. Вроде ничего не копошится. Да не, вообще не отличается смысл. Может просто кровь Анны капнуть? Все в порядке. Блин, Рубин, это ошибка, друг мой. Самое прикольное сейчас мне выйти, это вообще кошмар. В зараженном районе еще перчатки по себе оставлю. О, блин, как же вы бесите. Это что за нафиг? Это песочные ангелы? Нихера себе. Фу, блин, ну и капец. Здравствуйте, товарищ. Ого, нифига себе. Ну
и цены у вас, товарищ. Просто весь иммунитет сейчас убило. Фух, сейчас скажу, что это не они. Душно мне. Так, или кому это лучше сказать-то? Спина для своей крови не без ехидства. Если она степнячка, думает обмануть только оптимистически пригодным микроскопом. Так напряжен. Сбор под Зларой, поскольку у нас вчера нехорошо результат, легко слить, еще будет проверить кровь. Я ж поверил, кровь, что мне теперь делать? Спичка? Я нашел разносчика, выследите его, скорее приходите, пока он еще там. Спичка. Я выходил на улицу, потому что мне приснилась вчерашняя вакцина. Вчерашнюю вакцину, иначе я бы не вышел, честно слово. Уже вернулся к себе. Фига, спички найдите. Чё все новости? Лучше по берегу. Нафиг, товарищи. Так как в таких местах-то детей искать, с которыми торговаться-то можно, если тут все больно, просто все заражено, сквернено, ну и так далее, в принципе. Блин, да вы капец, а. Я ж таким образом сейчас помру, вы что, вообще что ли офонарели? За капсдос. Тут еще свои гранаты кидает. Блока летает. Что за нахер? Иммунитет просто в заднице. Бандюк. Это вообще просто капец. Спичка-то как там? А чтоб в живых остался парень. Что за идиот? Каких-то истребителей собирается сжечь наш город. Что делать будем? Я нашел разносчика, выследил его. Скорее идите, иначе он скроется. Кто это? Это Шабнак, тот самый призрак с прозрачной кожей. Я уже говорил о нем. Это он бесплотный. И он взглядом убил человека. Нужно поймать его. Куда он пошел? Он где-то возле Боен. Я хотел сразу бежать, искать вас, но по счастливой случайности встретил посыльного. Сейчас он, наверное, уходит на восток, в сторону гнилого поля. Скажи, посмотрю, что там за дух. Нечего языками. Что у нас тут, в принципе, другие дела? Вещи степи происходящие. Ошибись. А поля где эти? Спичка выследит такие существа. Многие признаки похожи. Это так, преспамятного демона. Он возле боя, но провожен там еще некоторое время. Спичка или снова судьба наспехать на берёзки мужаш. Боин. Возле боини, имеется в виду, может быть.
знаю, мне кажется, я сейчас просто уже замертво падать буду. В всякий случай здесь перепишусь. Опять эти идиоты с гранатами. Патрон у вас не найдется. Ясно. Кошмар. Ну и денек. Оттуда надо обойти лучше. Уже три, понимаете, три. Ни хрена у вас тут рейд. Зашибись. Чё-то мне кажется, я сейчас туда пойду. Зайду в дверь, и там просто никого не будет. Капец вообще. Конечно, говёное. И не так выразишься. Тут вот убийства всякие. Не знаю, просто капец какой-то. Крысу он замочите лучше, а. Убивать вам некого. Паскуда еще и ползет за мной до сих пор. Тут у вас еще дела хреновые по-любому, да? Вон же. Какие-то всякие говном. Да я им даже ничего помешать-то ничем не смогу, да? Круто. Просто взрывают и все. И па-бам. Загрузить. Такая вот чушь еще вечером будет. Да. Такой бред в городе творится. Просто кошмар. Сейчас, наверное, попытаемся до этого добраться. Даже не хочу этого шабнака сейчас искать. Лучше пойду просто к девчонкам, возьму их кровь. Что же тут еще, ублюдок? Зашибись, я сейчас помру просто. Да, просто кошмар. Ну нафиг, ребят, этот путь. Лучше все это обойдем. На улице просто капец происходит в этот момент. Просто ужас. Ух, уму непостижимо просто.
Спичка, конечно, молоток-то просто видел, наверное, какого-нибудь ублюдка. Да их хотел спихнуть его на мои плечи. Сейчас смешно это будет, если сейчас все это пропадет. Смотри, вот зашел в дом. Вышел из дома. А, чистота, порядок, никто никого не бьет. Просто круто. Он только там бьются. Так, у вас тоже ничего нет, офицер. Офицер. Может, я этого ублюдка сейчас смогу в спину убить. Было бы полезно. Блин, гребаная крыса. Да, ну и капец в городе, что творится. Я даже не знаю, где мы находимся. А, вот мы здесь. Все, сейчас дойти до... Тут зараженный район вроде, нет? Вот обычный. Хоть обычный. Через Анангел пойдем. Кстати, может с ней поговорить, может она что скажет интересно. У часы давно я такого не видел. Часы давно я не видел таких часов в мусорках. Надо зайти что ли еще раз? Иммунитета просто никакого нет. Чуть-чуть зараженный этот район. Ужас. Так, ну что тебе сказать? А, твоя кровь чиста, подозрение в твой адрес будет без... Ну, так, без... Ну, вот-вот, именно чиста. А, больше там ничего не нашел. Такие болезни бывают страшные. Актриса ведь женщина нежная. С нами всякое может случиться. Слишком непредсказуемые повороты порой приобретают нашу безумную жизнь. Еще не хватало мне искать эти модные болезни. Все дело в том, что я пришлое подозрение преследует меня буквально и на каждом шагу. А на самом деле, что же здесь такого? Какое облегчение ты мне доставил? Позволь, я благодарю тебя один способ. Особенный поцелуй. Подари. У меня такой руми. Это дало мне немножко здоровья? Я даже не знаю. Может быть. Это не Анна. Круто. Ты сможешь тогда к Аспине подойти, так сказать. Там молод не ты. Да, ну хотя бы у нас так развеивается это, скажем так. Понимаете, кто заражен, а кто нет. Ну, я сейчас к Аспине зайду. Ей скажу быстренько и уже на этом остановимся. Хотя бы дойдем там, не знаю, до какой-нибудь из девушек из других. Там кровь возьму и там остановлюсь. А хоть тут собак нету. Это уже говорил, наверное, не раз. Да. А сейчас эта Аспина будет ехидно угорать. Ну вот. Любое вранье. Уже начал скучать по тебе. У тебя странная кровь, хоть в ней нет рогатой бактерии, и все-таки ты знаешь больше, чем говоришь. Сердце у тебя черное. Кому нужно мое сердце? Сквозь это рубище никто и не слышит. Слышит, как оно бьется, даже дети сбегают меня, обзывают меня нагодком. Они пугаются и не хотят со мной играть. И правильно, дети умненькие, чуть их не обманывает. Да ты там не плачешь ли? Ладно, не смейся, разве ты до сих пор не понял, что это я, что ты?
Ну что ты, что на меня так смотришь? А ты я, песочная чума, степная госпожа, поклониться, поцелую тебя в лоб. Хватит, поиграли, их будет. Я устала уже. Мне надоело, я наконец наелась сегодня. Впервые за многие дни. Стоит, я не верю. Только не говори, что ты только сейчас это понял. Ладно. Вот все, что ты узнал с самого начала, да, я от тебя, в общем-то, не пряталась. Но даже если ты и был, тогда я еще инквизитор, меня раскусит момент. Его за нос не подведешь, так что хватит, пришло время раскрыться. Стоп, если ты была вещью из степи, ты не могла бы так уверенно судить об инквизиторах, ты лжешь, ну зачем? Ну так, все говорят, что я слышу, то и повторяю. Правдоподобно и изобразила замешательство. Угуня, твоя речь, слово, которое ты выбираешь, если бы не эта одежда, по разговору я бы принял тебя за девушку из столицы. Чего ты хочешь? Сдай меня инквизитору Даньковский, все равно, кто меня выловит, он или ты, лучше ты, чем он. Вернешься с победой в свой город, отобьешь свою лабораторию, живи там, где люди будут счастливы плодами твоей победы. Все равно не хочу жить, я слишком устала. Ты прав, не знаю, кто ты, но инквизитор разберется, может быть, ты вправду разносчик. Нет, этого не будет, я раскусил твою игру, хочешь покрыть истинный разносчик, а это значит, что тебе здесь ничего еще. Настяжил. Черви так. Нашли. Удивительно, но это не Воспина. Это была бы, наверное, разносчиком. Там бы этот вирус был, по сути. Что там понимать-то? Сейчас пойдем сразу туда. Эх, детей надо искать с лекарствами. Опять через мост этот гребаный идти. Опять эти облака сейчас летать будут везде. Через это все проходить придется. Не знаю, могу в принципе так пойти, но тут опять облака, вот уже передо мной прям. Ух ты, блин, песочная херь за мной бежит. Да, но это хрень полная. Ой, черт! Блин, я думал порошок. Ладно, цветочек тебе за это дам. А за это дам тебе орешек. Пошло вон от детей, тварь. Крыса проклятая. Еще за мной бежит, да, до сих пор. О, да. То, что мне нужно. Ну и хрень же происходит у нас тут. Еще и крыса до сих пор это гоняется бесело. Фу, блин. Что может быть хуже крысы? Это много крыс. Да пошла ты нафиг. Так, где-то у нас там. Hello. Ну что, удалось вам что-нибудь узнать? Вчера я наконец увидел убийцу. Септичное зрелище. Расскажите. Я опасался худшего. Эта бактерия очень характерного типа, хотя прежде я никогда такого не видел. Неимоверно быстро размножается. Неимоверно.
Рассказать коллегам не поверят, и у меня появилась одна теория насчет этого. Какая? Такая бактерия могла зародиться в весьма специфической среде, подозревая, что все они подходят из одного источника. Так хочется в это верить. Если сжечь этот рассадник, эпидемия остановится. Почему? Те бактерии, что успели вырваться в мир, сгорят за считанные часы. Они не могут жить без живой крови. Когда находится немедленно пожирают все, что можно сожрать, и гибнут сами, как рыбы, лишенные воды. Значит, напрашивается простое решение. Найдите виновного, сожгите его, и насчет желания эра спокойствия. Настанет желанное эра спокойствия. Если бы все было так просто. Так, нет, мне нужна ваша кровь. Она не похожа на злого духа. Она действительно не такая, как мы. Юлия, вас обвиняют в преступном воспитании. Соборов хочет во все услышание заявить, что в соборе побывала именно вы. Соборова? Ах, вот она, какие последствия имела вчерашняя беседа, эффект домино. К чему ваш вопрос? Вы пришли ко мне как друг или же как при исполнении? Вы знаете, что случилось в соборе? Да, ужасная трагедия, но на фоне всего, что творится, просто досадная случайность. Скажите мне честно, вы там были? Я знаю, в соборе нашли мои вещи. Белый шелковый шарф, серебряные сережки с маленькими изумрудами, золотое колечко в форме кунницы, касающие собственный хвост. Замшевые перчатки и тонкую фляжку из-под твина с моим профилем. Так. Говорили, что гости раздавал людям зараженные драгоценности. Они надеялись выменить их у добровольцев на пищу. Да, много чего говорят, однако меня больше занимает другое. Конечно, россказни про бессмертную... Про бестелесную ведьму, очередная сказка, как это проникло внутрь собора. Вы же все смотрели, правда? Здание было идеально подготовлено, и за 2 дня там не случилось ни одной смерти. Да, здание было почти герметичным. Это собор проклят. Данил, ваша затея требовала чуда. А в этой пустой скорлупе ни одного чуда никогда не случается. Все, что произошло, закономерность. Одна туда проникла. Она туда проникла просто потому, что иначе быть не могло. У этого последствия причина высшего порядка. Возможно, вы правы, я уже начинаю пикать к вашей логике о соответствии. Мне кажется, что грудь носит победы. Так, все, кровь дала мне. Юлия сама спросила проверить под микроскопом ее кровь, спокойно, женщина остораживает. А у вас нет микроскопа? Думаю, у вас есть микроскоп. Было бы удобно. Сейчас я не знаю, давайте мы с людьми поторгуемся, и тут я уже остановлюсь. Уже час, наверное, час 10, где-то час 20, наверное, уже записываю. Так, и у Ривельда еще надо будет кровь взять. В принципе, понятно все и так. Есть нечего, это вообще жесть. Я не сохранялся, идите нафиг. Просто реально издевайтесь надо мной, что за капец происходит. Тут крыса нападает, тут всякое трепло ходит. Ну это вообще просто офигенно. В городе не увидишь, да? Давайте его ревель кровь тогда возьму, Васенка, и там уже остановимся, как раз у него посплю. Здоровья реально уже нет почти. Опять эти бандюки ходят. Так, ну
Что у нас тут? Опять люди, куча людей. Так. Собаки воют. Здравствуй, Лара. Комендант считает тебя, что... Здравствуй, Даниил. Я на тебя не в обиде, не говори ничего. Тебе нужна моя рука. Хотел сначала поговорить с тобой, где бы ты была этой ночью. Я никуда не уходила, следуя твоему совету о том, что случилось в соборе, как обычно узнала, прислушавшись к уличным крикам. Потом ко мне в окно постучалась женщина, которая раньше носила мне молоко, представляешь? Она еще жива, сказала про бусы. Какие бусы? У меня было старинное украшение, я его очень любила, и не только я. Стоматин предлагал мне за него 10 тысяч. Тогда это было целое состояние к ожерелью из кусочков камаиного дерева. Крепились такие ажурные кружевные шарики из темного металла. Вряд ли он был драгоценный, но резьба была чудной. И эти бусы нашли в соборе. Ты что, плачешь? Бусины были у них во рту. Это несчастные бормотали, что Мара разбрызгала свои слезы. Другие говорили, что она целовала их. А третьи, что давала напиться. Вот эти бусы люди называли слезами Лары Ревель. Теперь они будут думать, что это я. Я скажу им, что это не так. Посмотри на мою кровь, это будет справедливо. Тогда ты удостоверишься, что говоришь правду. Спасибо тебе. Что еще, Юля, Лара? Зачем ты хотела встретиться? Если бы ты накормила меня и снабдила запасными лекарствами, то было замечательно. Бери сам все, что можете пригодить. Спасибо тебе. Сердце мне бьется. Я только пришел тебя проведать. Я подумал о том, что может ли вообще наказать это зло. Если у него нет источника, как его остановить, если оно растворено в том, к чему нельзя прикасаться и не лезем ни огнем. Вот это задача для тех, кто под силу человеку. Скажи мне, ведь инквизитор, придете сегодня? Сегодня или завтра? Защита инквизитора как раз в том, что... делать то, что не под силу совершать человеку, только это оправдывает то страшное право, которое они наделены. Говорят, к ним, к нам, направлены какие-то особенные зловещие, особенного зловещего, правда? Кажется, Карминского. Да, экстравагантный тип, он морфинист, дремлет сутки, потом находит решение, под петлю и ходит, но еще ни разу не ошибся. Тебе ведь нужно будет выручить инквизитору в руку готовое решение, правда? Ну, не совсем так, но если я это сделаю, никто не посмеет тронуть мою тонатику. Я заручился словами властей. Не исключено, что награда за мою победу в открытии, которая позволит людям еще не 60-70, а все 100. И ты уже почти все сделал, правда? Почти придумал, как удастся ее сокрушить, построил все, что для этого нужно, да? Да, осталось понять, откуда все это ползет. Пусть инквизитор думает, что делать с источником дальше. Пусть наладит производство моей вакцины. Пусть сам установит порядок, чтобы избежать последние волны смерти, а я уеду. Но у этого зла нет источника, я боюсь за тебя. Мне кажется, сегодня тебя ждет тяжелый удар. Нет, этому не бывает, источник не всегда. Кажется, я... Ничего. Так, Гриш, бери все, что нужно. Типа здесь твоя кровь, да? Че, места не хватает, что ли? Тут прикол. Таких приколов я не видел. Это просто вообще что-то с чем-то. Прочее. Че у меня из прочего тут? Я не знаю. По сути, мне ключ... не нужен. Кровь твою возьму. Добродетель, а порождение страха. Так, медикаменты надо вшатать. Уже 7, да? И голод наступает, и все на свете. Вечера. Смягчить удар, развить инфекции. Блин, я опять в перчатках спал. Нужно что-то с голодом делать. А на этом я здесь сохранюсь уже, получается. И увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. И мы уже закончим этот день как сможем. Никого не обвинив и так далее. Так что увидимся в следующих сериях. Всем пока.